Вы там не хихикайте, а слушайте внимательно рецепт моего тортика. Эх, грустно так, в гости никто не приходит. Скукота, что же делать? О, кажется, я придумал. Надо самому кого-нибудь позвать в гости. Только кого же позвать? О, я придумал, позову-ка я братика. Гоша, Ярик, привет! Привет, Федор. Привет, Федор. Я хочу пригласить вас к себе в гости. Придете? Федор, какие гости? Ты о чем? Ну как, какие гости? Я испеку торт, заварю чай. Посидим, поужинаем. Картонный торт и чай из воды? Или пластиковый торт, как обычно у него бывает. Еще лучше. Нет, самый настоящий торт. Ну иди делай, позовешь потом, когда будет готово. Ну хорошо. Ох уж этот малой, скучно ему. В гости решил нас позвать. Так, что же нужно для гостей? Надо подумать. Так, стол у меня есть. Надо стол накрыть. Где же моя посуда? Так, тарелочки. 1, 2, 3. Чашечки. 1, 2, 3. Ложечки. 1, 2, 3. Вилочки. 1, 2, 3. Так, чай уже готов. И кастрюля волшебная, в которой я буду делать торт. Так, а в кастрюле-то пусто? Что же мне надо туда добавить, чтобы получился торт? Так, что же мне туда добавить? Идея! Надо ингредиенты. Побежал. А вот и они. Ингредиенты для моего тортика. Для начала возьмем ложечку и будем добавлять все в кастрюлю. Что-то малого долго нету. Пойдем посмотрим, что он там делает. Пошли. О, старается. Торты спустили на лепер. А из чего ты торт делаешь? Ну, заходите, посмотрите, если хотите. Ну, посмотрим, нам же его есть. Беру волшебные шарики и добавляю в кастрюлю. Вот так, по чуть-чуть. Гош, ты этот торт пластилиновый будешь есть? Нет, конечно. Но малой старается, пусть старается. Вы там не хихикайте, а слушайте внимательно рецепт моего тортика. Мешаем все шарики ложкой. Мешаем тщательно. Федор, как будто это что-то изменит. Изменит. В общем, мешаешь. А потом накрываешь все крышкой. Ну и когда будет торт, Федор? А для того, чтобы получился торт, нужен главный ингредиент – волшебная крышка. Сейчас я ее принесу. А вот и волшебная крышка. Накрываем кастрюлю и засекаем время. Абракадабра. Думаю, это абракадабра сейчас делает торт из пластилина. Давай, показывай. Сейчас все будет абракадабра. Федор, ну давай скорее, хотим тортик уже твой попробовать. Открываю. Ого, то? Ничего себе, настоящий. Федор, давай тортик дели, а я сейчас приготовлю чай. Абракадабра. А вы, ребята, были на канале Федор М. Подписывайтесь, ставьте лайки, много-много лайков. Не забывайте про колокольчик и Инстаграм. Ссылочка в описании. Всем пока-пока. Пока-пока. Приятного аппетита нам. 1, 2.
4, 5. 5 шоколадок здорово! О, сколько у Федора шоколадочек! Ничего себе! Обожаю шоколад! Федор, а угости маму шоколадочкой! Нет, мои не дам! Ну что, тебе жалко, что ли? Ну одну! Я сказал, не дам! Жадина! Так хочется шоколадочку! Ура! Теперь у меня есть шоколадочка! Один, два, три, четыре. А где еще одна? Шоколадочки? Федор, а дай мне одну, пожалуйста. Нет, не дам, у меня и так мало. Ну, Федор, ну пожалуйста, всего лишь одну. Нет, не дам, это мои. Жадина! Один, два, три. А где еще одна? О, что это у тебя, Федор? Шоколадочки? Да. Я обожаю шоколад. Феденька, а дай мне, пожалуйста, одну шоколадку. Не дам, это мои. У меня и так мало. Ну, одну. Ну, пожалуйста! Ну что, тебе жалко? Нет, это мои. Жадина. Ну и ладно. О! Это же шоколадки! Я обожаю шоколад! Пойду съем! О, мои шоколадки, сейчас я их съем. Только одна? Федор! Что случилось? Ты чего плачешь? Мои шоколадки пропали. Ай-яй-яй-яй! Вот эти что ли? А я думал, я их нашел. Так я это ты потерял. Ну, на тогда, забирай. Вернем, да. На. Мои шоколадки. Не плачь больше. Надо было делиться. Да. Нельзя быть жадным. Ну, ладно, пошлите. Шоколадки. Что-то не грустно. Наверное, надо водиться. Точно, пойду водиться. Что вы такие грустные? Угощайтесь. Спасибо, Федор. Спасибо большое, малыш. Спасибо, Феденька. Присаживайся. Садись. Шоколадки. Я так сегодня мечтала шоколадки. А мне прям не хватало шоколада сегодня. Спасибо, обожаю шоколад. Спасибо, Федор. Ты такой добрый мальчик, Федор Сергеевич.